Намасте, друзья! Всем привет! Ну-ка, кто у нас сидит дома? Кто у нас сидит дома, и ему нечего делать, и он очень хочет встать на коврик? Это кто? Ну-ка, всем привет! А, ребят, всем намасте! Вы знаете, что сегодня вечером у меня будет онлайн-урок. Сегодня у меня будет полноценный йога-класс вечером на 2 часа. Вот, будет пранаяма, будет мастер-класс по пинчи-майурасане, будет, ребят, саунд-хилинг шавасана от Петручани. А для тех, кто сегодня хочет перед классом разогреться, предлагаю сейчас сделать маленькую пятиминутку. Да, всем привет, кому нечего делать дома, кого уже все это достало. Давайте сделаем маленькую 15-минутку утреннюю. Если вы еще не позанимались сегодня, просто приглашаю вас вместе с собой на коврик на 15 минут, просто чтобы почувствовать свое тело и немножко взбодриться. Вот, буквально 15 минут йоги. Смотрите, ребят, у меня есть предложение для вас. Если хотите, мы можем сейчас разобрать с вами Сурью Намаскар. Как попасть на вечерний класс? По сторис, зайти в мои сторис, и там висит анонс, и можно прямо записаться и оплатить. 400 рублей. А сейчас будет просто бесплатный маленький эфирчик. Смотрите, ребят, давайте проголосуем. Блин, сейчас я перевернусь обратно. Давайте проголосуем. Ребят, проголосуем, миленькие. Что хотите сейчас за 15 минут сделать? Да, можно заниматься, если ты поела. Ну, конечно, не очень, но если вариантов нет, то... Значит, что вы хотели бы сейчас сделать? Есть вариант. Мы можем с вами разобрать Сурью Намаскар с отстройками. Чисто конкретно разобрать, как правильно, где что, куда тянуть, как наклоняться, где ошибки. Какая ошибка, когда вы опускаетесь в чатурангу, там многие у нас любят вот так опускаться. И, в общем, можем просто разобрать, да, разобрать Сурью. Так, только не Сурью, о нет, не надо Сурью. Ладно, ребят, отлично, я поняла вас. Хорошо, не будем Сурью, хорошо, сорян. Я просто думала, может быть, кто-то хотел отстройки, кто-то хотел посмотреть досконально все, no problem. Ну, если ты даже записалась сегодня к Игорю в прану, никаких проблем, потому что у меня классы сохраняются, и они потом всю жизнь будут тебе доступны. По ссылке, по тайной ссылке. Окей, значит, Сурью не хотят, да? Не хотите. Второй вариант. Просто классную связку на 15 минут. Итак, голосуем. Сурью, разбор Сурьи. Сурью Маскара на Маскар. Или просто классную связку на 15 минут. Можно ли заниматься, когда спину заклинило? Не советую, нет. Беги к остеопату, если он еще работает. Ребят, голосуем. Я сейчас посмотрю в комментах. Давай просто легенькую виньясу. Так, я хочу отстройки Сурью. Хотим Сурью. Связка. Смотрю, я жду в ваших комментах. Сейчас посмотрим, кто проголосует за Сурью или за связку. И я сделаю то, что вы хотите. Видите, ребята, я делаю все, что вы хотите. Классную связку за Сурью. Классную связку за Сурью. Связка. Любой вариант. Связка. За Сурью 3, за связку 4. Связка 5. Связка 6. Связка 7. Связка 8. Связка... Все! Делаем связку! Тогда, друзья, насчет Сурью Намаскар, все, заканчивайте. Тогда давайте, знаете, Сурью Намаскар я сделаю отдельный мастер-класс, полноценный, на полтора часа, на полтора-два часа, и можно будет привет. Здесь весь зал, здесь можно ходить. Вот, и можно будет, если вы захотите, если вас интересует Сурью, вы можете прямо прийти на именно специальный полноценный класс по Сурью, где я все сделаю. А сейчас просто давайте позанимаемся, просто бежим на свой коврик и делаем виньясу. Так, переворачиваю вас. Ребята, извините, я вас сейчас переверну, мои хорошие. Вот, я вас перевернула, чтобы вам было меня лучше видно. Окей. Ну что, друзья, садитесь в удобную асану. Да, Вань, всем привет, можете всем помахать. Садитесь в удобную асану. Здрасте. Сегодня с нами занимается Лива. Что это? Это просто поведу, это надо поцарапать с дровами. Ничего страшного, сейчас пройдет. Вот, садимся в удобную асану, ребят. И давайте просто настроимся. Сделайте пару движений плечами. Поднимите руки. Вдох, потянитесь вверх. Опустите руки вниз. И давайте сложим
ладони в намасте в центре груди, анджали, мудра. Даже к вам придвинусь поближе, чтобы меня просто лучше слышали. И сделаем просто маленькую настройку с пожеланием, маленькую медитацию. Сложить ладони в намасте. Анджали мудра — это символ единства. Вань, ну убери. Вань, ну это, у меня урок серьезный сейчас. Да. Это прямой эфир? Да, это прямой эфир. Анджали мудра — символ единства и символ благодарности. Вы меня слышите, да? Да, они вас слышат, они тебя слышат. Все, Ваня, у меня уже прямой эфир. И когда мы соединяем две ладони, это как... вы можете посмотреть, как вы делаете намасте. Иногда мы делаем вот так намасте, да, очень напряженные руки, а иногда... Попробуйте их немножко сейчас смягчить, как будто вы держите что-то очень-очень ценное, как будто бабочку вы поймали и держите ее между ладонями, и не хотите потревожить ее крылья, не хотите сбить пыльцу с ее крыльев. И точно так же прикройте глаза, ощутите эту мягкость в ладонях, что-то очень ценное, искреннее, что вы держите между ладонями, и это ваше намерение. И прислушайтесь к своему сердцу, что... будет звучать сейчас ярче всего, отчетливее всего. Что прозвучит наиболее искренне внутри вашего сердца? Чему вы хотели бы посвятить эту маленькую короткую практику? Может быть, вы хотели бы пожелать всем существам на планете здоровья, гармонии, добра? Я бы хотела пожелать, чтобы у меня всегда был компьютер. Ваня, хватит. Что? Все, молчи. Может быть, вы хотели бы... чтобы что-то пришло в вашу жизнь, или наоборот, что-то отпустить. А может быть, это просто чувство благодарности. Проговорите еще разок намерение простыми и искренними словами от сердца. Или почувствуйте его со вдохом. И выдох. Пусть оно укоренится в вашем сердце. Намерение — это то, что... делает йогу йогой, то, что превращает все эти наши кульбиты немыслимые на коврике в осознанную глубокую практику, наполненную смыслом. Еще раз глубокий вдох. И выдох. Отпускаем свое намерение в пространство. Оно обязательно сбудется. Плавно открываем глаза, наклоняем свою голову к ладоням. И... опускаем руки. Окей, ребят, и сразу же давайте перейдем на четвереньки. Перейдем на четвереньки. Расставьте все пальцы на ладони. Расширьте большие пальцы на одной линии. Так, колени на ширине. Так. Окей. И со вдохом выводим плечи назад, удлиняем позвоночник, макушкой стремимся дотронуться до таза. О, господи, да, до таза, таза до макушки. Плечи опущены. И с этого начните подворачивать копчик медленно. И чувствуете, как подтягивается живот к позвоночнику. Да, как промежность втягивается, как центр спины скругляется и стремится вверх. Молодцы, еще раз вдох. Плечи назад удлиняем, талию удлиняем, оба бока. Дотрагиваемся копчиком до макушки, вытягиваемся, выдох. Скругляемся. И пару раз в нашу линию вдох. Выдох, скругляемся. Ребята, я извиняюсь, просто извините, продолжайте дышать. Ребята, дети, я вас прошу, просто вести себя очень тихо или уйти, хорошо? Ребята, вы молодцы, продолжайте. И еще разок вдох. Выдох, скругляемся. Друзья, отлично. Чувствуем свою промежность, включите внутренние бедра, упритесь стопами в коврик и начните медленно. Отрывать колени от пола. Когда вы отрывали колени, удлините руки, вспомните, как мы с вами подтягиваем живот к позвоночнику. Почувствуйте свои сильные внутренние бедра, сильные ягодицы. Ну-ка, сожмите свои ягодицы. Представьте, что у вас кирпич между бедрами. Да. И теперь включите живот, начните выталкивать таз назад. Толкайте таз назад, разгибайте прямо ноги. Не обязательно до конца выпрямлять колени и посгибайте ноги по очереди. Немножко туда-сюда. Подвигайте тазом, подвигайте бедрами, просто мягко приведите в свою практику. Подвигайте головой, представьте, что это животное, которое протягивается в лесу. И просто интуитивно здесь подвигайте в своем руке. Ребята, если что, зайчик. Дышите. Тихо. Отлично. Проверяем стопы на ширине таза. Посмотрите между рук, да, и толкните своими плечами таз назад. Колени могут быть присогнуты, живот стремится.
поднимите бедра, провернитесь вот таз, но вверх, разведите плечи, они не наползают на уши. Друзья, отдалите плечи от ушей. И так, посмотрите, нет ли у вас пространства под ладонью. За следующим вдохом приподнимаемся на кончиках пальцев, скругляем спину. И почувствуйте, что вы толкаете от копчика, от пяток, волну вперед. Живот приклеен, промежность тянута, волна толкается вперед. С выдохом отпускаем таз 10 см над полом. Так, не компрессируем поясницу, приизгибаем локти. Включаем ягодицы, сильные ноги, внутренние бедра активные. Колени оторваны от пола, удлиняем пол, рука вверх, центр груди толкаем вверх. Молодцы, друзья! С выдохом таз, пятки забирают вас назад. И силой с вашего живота выталкиваемся назад. Молодцы, вдох, скругляемся. Круглая волна, 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 максимально вперед. Толкайте себя, скруглите лопатку. Опускаем таз, выдох. Вдох, вверх. Выдох, волна назад. Собаку. Скругляемся, приподнимитесь на носочках сильно. Подайте весь корпус вперед. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Опускаем таз 10 сантиметров над полом. Опускаем колени. Да. Толкаем таз назад. Когда вы толкаете таз, почувствуйте, как вы удлиняете бока. Удлиняйте таз. Тяните, тяните, тяните. Молодцы. Таз присел на пятки, посмотрите между рук, скруглите пояс, круглая спина, ладони не отрываются от пола, приподнимаемся на колени, выдох, удлиняем бока, проворачиваем таз до вверх и толкаем таз на пятки, плечи уходят назад, молодцы, вдох, волна вперед, выдох, таз назад, еще раз вдох, волна вперед. С выдохом упираемся ступнями в пол, отрываем медленно колени от пола, выталкиваем свой таз. Собака мордой вниз. Вдох, волна вперед, приподнимите сильно на носочки, включите внутренние бедра, колени подтянуты. Выдох. Не компрессируем поясницу. Вдох вверх. Утяните бока. Почувствуйте, что в компрессии нет, либо если она есть, согните локти. Выдох. Возвращаемся. Вдох, круглая спина. Выдох. Вниз. Еще раз вдох вверх. И собака мордой вниз, выдох. Вдох, круглая спина, сильные ноги, внутренние бедра, живот приклеен к позвоночнику, опускаем таз. Колени опускаем на пол, толкаем таз на пятки. Выдох. Скругляемся, вдох. Чувствуете волну дыхания? Выдох, садимся. И еще раз вдох. Удлините таз, толкните грудь вперед, плечи назад и выдох. Последний раз, вдох здесь. С выдохом снова удлините таз. Так, толкните грудь вперед, выведите ее за пределы ваших запястий. И начните, прижимая локти к себе, опускать грудь, подбородок на пол, а таз остается наверху. Опускаем на пол наши носочки. Толкните таз, опустите его, оторвите от пола колени. Растопырьте пальчики на стопах, поставьте руки с двух сторон, уведите плечи назад, начните удлинять бока, ребят. То есть почувствуйте, что вы толкаете промежность в пол, промежность в пол, колени оторваны, мизинцы на полу, удлиняйте бока, приподнимаем плечи, вытягиваемся, раскрывая грудной отдел. Вдох, выдох, вдох, выдох. И последний раз, ребят, молодцы, вдох. И выдох. Отлично. Уводим руки назад, делаем замок сзади. И отдаляем замок от ягодиц. Опять же, нам нужно приклеить мизинцы к полу, оторвать колени, удлинить бока и толкнуть промежность в пол. Центр груди. Вытягиваем нас вверх, кончики ушей потянулись. Молодцы, приподнимитесь. Сильная-сильная спина. С выдохом возвращаем ладони на место. Приподнимаем грудную клетку, посмотрите на свою грудь, упритесь стопами в пол и плавно, чувствуя свою талию, да, и весь позвоночник можешь оставить. Садимся на пятки. Вдох, круглая спина. Выдох, упираемся стопами, включаем внутренние бедра и собака мордой вниз. Огонь, ребят, молодцы, собака. Делаем еще один вдох собаки.
Глубокий выдох. За вдохом поднимаем правую ногу. И откройте свой таз. То есть разверните бедро вверх. Согните правое колено, пятка падает, ягодица. Почувствуйте, как вы реально открыли весь правый бок. Нам нужно всеми перечными выталкивать плечами. Угу. И со следующим выдохом приподнимитесь на носке. Отправьте правое колено к левому трицепсу. К правому трицепсу. Дотронитесь до правого трицепса. Так. Чувствуете, как вы сокращаете живот. Включаете мышцы пресса. Приклеиваете живот к позвоночнику. Вдох. Нога назад. Открываем бедро. Выдох, колено к правому трицепсу, плечи вперед, еще, выйдите плечами вперед. И ощутите, чтобы переднее тело приклеивается как бы к задней поверхности тела, то есть живот к спине. Возвращаемся. И еще один раз вдох. Открываем наше бедро. Выдох, колено к правому трицепсу. Так, вдох. Нога назад, на этот раз давайте закроем бедро. Закроем правое бедро, опустим его, посмотрите на свою правую стопу, расставьте все пальчики на стопе. Выдох, колено к голове. Смотрим между ладоней и плавно шагаем правой стопой. Для этого включите кор. Подтяните мулабандху, медленно шагните. Опустите левое колено на пол. Огонь, ребят. Вдох, поднимаемся. Стягиваем коврик с попами, руки вверх. Намасте ладонями. И опускаем наше намасте за голову. И почувствуйте, как здесь вы раскрываете плечи. Грудное дело. Удлиняйте боками вверх. Дышите. Два. Три. С каждым вдохом мы удлиняемся. С каждым выдохом мы приседаем. Четыре. И на счет пять удлиняем руки вверх. Выдох. Ладони вперед. Руки в виде кактуса. Толкаем таз назад. Удлиняем наши бока. И уводим руки назад. Правую стопу натягиваем на себя. Молодцы. Центр груди и нижними ребрами, животом вытягиваемся вперед. Возвращаемся обратно. С выдохом. Подшаг на передний край коврика. Огонь, ребят. Наклоняемся, расслабляем все. Вдох, вырастаем вверх, воздух, остаться, вытягиваемся вверх. Намасте, ладони в центре груди, опустите плечи, поднимите немножко хвост, выдох. Молодцы. С вдохом поднимаем правое колено к груди. И поверните ладони вперед, так. Расставьте все пальчики на левой правой стопе. Почувствуйте здесь вот от пятки до макушки, как ствол дерева, мягкий, гибкий, но при этом сильный. Вытягивает вас. Молодцы. Выдох. Поворачиваем ладони от себя. Выпрямляем правую ногу. Толкаем левое бедро чуть-чуть назад, чтобы выровнять вертикаль здесь. Сильная левая нога, правая. Колено подтянуто. Внутреннее бедро активно. Молодцы. Начинаем опускать правую ногу. Поднимаем руки. Вдох. Уводим ногу чуть-чуть назад. С выдохом. Ладони в виде кактуса. Стараемся удлинить бока. Представьте, что вы делаете кобру. Все пальчики на стопе расставлены. Начинаем еще больше удлиняться талии. Грудь толкать вверх, плечи вниз, лопатки вместе. Пригибаем левое колено. Плавно. Тянемся ногой назад. А грудью вперед. И аккуратно нащупываем кончиками правой стопы. Кончиками пальцев. Коврик. Руки вверх. Вдох. А, может, не ясно? Чуть-чуть разогните левое колено. Включите бедра, включите внутреннюю поверхность левого бедра. Удлинитесь обеими боками, заверните локти в мизинчики, внутрь. И с выдохом 90 градусов в левом колене. Колено не выходит за пределы пятки, дышит. Один. Пусть асана завибрирует, задышит. Два. Три. Удлиняемся вверх. Вдох. Выдох, опускаем правую ладонь на одну линию с левой стопой. Левую руку поворачиваем вверх. Скрутка. Парамитанджи Виасана, левое бедро параллельно. Живот и грудь вытягивают нас вперед. Плечи на одной линии. Молодцы, еще один вдох здесь. С выдохом плавно. Ладони на одной линии со стопой. Выпрямляем обе ноги. Удлиняемся вперед со вдохом. Друзья, нам нужно сильно приподняться на правом носочке. Симметризировать наши бедра. Попробуйте от копчика до макушки вытянуться. Если сложно, можно чуть присоединить колено. Еще разок вдох.
свой таз. Натянуть коленные чашечки. Супер, молодцы, вдох. С выдохом сильно упритесь в пол руками. Удлините руки, скруглите спину. Лопатки, втяните живот. Попробуйте оторвать левую стопу от пола и протащить левую ногу назад. Собака с одной ногой. Молодцы. Внимание, друзья. Чатуранга. То есть планка сначала с одной ногой. Выводим плечи на линию запястья, приподнимаясь на правом стопе носочки. Выдох. Чатуранга с одной ногой. Молодцы. Собака вверх с двумя ногами. Колени на пол, таз на пятки. Баласана. Выдох. Вдох, круглая спина. Включаем внутренние бедра, живот наверное, собака мордой вниз. Выдох. И сразу симметризируем свои стопы. И расслабляем шею, разводим плечи в разные стороны. Локти заворачиваем внутрь. Чуть-чуть попробуем музычку. Зачем? Ну, чтобы быть стопом. То есть, типа, под музыку. Старайтесь выталкивать свой таз, ноги вверх. Проворачивайте его. И, ребят, внутренние бедра тоже у нас активны. А теперь расставьте пальчики на стопах. Огонь, друзья. За следующим вдохом левая нога вверх. Открываем наше бедро. Колено падает ягодица. Молодцы. Посмотрите на левое плечо. Начинаем приподниматься на правом носке. И левая колено дотрагивается до левого трицепса. Плечи выносим вперед. Подтягиваем живот. Втяните лопатку. Это ваш центр. Чувствуйте его. Вдох. Назад. Выдох, колено трицепсом. Плечи вперед, вперед, вперед. Активные стопы, колени, живот. Выдох. Вдох. И последний раз. Колено трицепсом. Молодцы. Вдох, нога назад. На этот раз закрываем бедра, закройте левое бедро. Вытяните колено, вытяните все пальчики на стопе. С выдохом затрагиваемся коленом до носа. Смотрим между ладонями. Округляем пространство между лопаток, шагаем с собой между ладоней. Опускаем правое колено, стягиваем коврик стопами, приподнимаемся. Унесите внутрь, молодцы, вдох. Выдох, намасте, за головой. Раскрываем локти, опускаем плечи. Удлиняем бока и грудь вверх. Дышим. Смягчаем все ощущения. Вдохом удлиняет и с выдохом проседаем на нашем бедре. 4. Не компрессируйте поясницу, включите пресс. И на счет 5. Руки вверх, вдох. Ладони вперед, кактус. На линии с плечами, лопатки вместе, грудь вверх. Молодцы. И уводим наш таз назад. Натягиваем левую стопу на себя, распрямляем. Левое колено нижними ребрами, животом. Тянемся вперед, дышим. Не заламывайте шею. Выровняйте таз, колено можно не выпрямлять до конца, главное ощущение вытяжения живота между ребер. Огонь, друзья, вдох. Руки вверх. И выдох в вашем ритме. Падша. На переднем крае коврика, стопы на ширине таза, наклон, живот к бедрам, колени согнуты, расслабляем шею, вдох, вырастаем, включите внутренние бедра, внутреннюю арку, стоп. И как бутон, как цветок мы расправляемся вверх, набирая энергию, намасте наполняемся. Со вдохом переносим вес на правую ногу. Опускаем руки, поднимаем вверх левое колено к груди. И чувствуем вертикаль, баланс. Расширьте кожу на правой стопе. Поймайте баланс между тремя углами стопы. И толкайте все время пятку в пол, макушку вверх. Затем поверните ладони вперед, к себе. И вытолкните, выпрямите свою левую ногу. Молодцы! Дышим. Один, стопа на себя. Сильная вертикаль. 2, 3, 4. На счет 5 поднимаем руки, опускаем ногу. Она болтается, она стопа на себя, нога в воздухе. И уводим нашу левую ногу чуть назад, вытягивая носочек, раскрывая. Все пальчики, раскройте грудь здесь. Ладони кактус, лопатки вместе. Продолжите удлинять талию и бока. Тянуться грудью вперед, а пальчиками левой стороны назад. Медленно приспеваем правое колено.
Тяните назад. А грудью все время вперед. Раскрывайте грудь. Колено активное. Плавно нащупываем коврик и отшагиваем. Молодцы. Вдох. Руки вверх. Чуть распрямите правое колено. Удлините боками. Выдох. Анджанияса. 90 градусов. Остаемся здесь на несколько дыханий. Молодцы. Мизинцы внутрь. Молодцы. Еще один вдох. С выдохом. Наклоняемся вперед. Левая ладонь внутри стопы. Правая рука делает круг и взмывает вверх. Парибхита Анджалиаса. Отдаляем плечи друг от друга. Дышите, друзья. Один. Два. Нет, это очень хороший. Хороший. И на счет три, ребят, проверьте бедро, проверьте колено, активное левое колено, вытягиваем руку вперед и плавно помещаем ее на одной линии со стопой, активизируем левое колено, подтяните к правой груди, нам нужно включить кор, так, и лишь затем отшагните в собаку, мордой вниз. Молодцы, вдох, поднимаем нашу правую ногу, мы забыли кое-что сделать, но ничего. И приподнимаемся на левом носочке. Планка. Планка с одной ногой. Значит, нам нужно вынести плечи на линию запястьями. Так. Немножко опустить таз. И дальше толкнуть левую пятку вперед. Чатуранга. Прижмите локти к себе. 90 градусов в локтях. Вдох. Собака вверх. Колени на лоб. Удлиняем оба бока. Баланс. И можете быть в носке. Давайте останемся здесь на несколько дыханий. И затем полностью повторим всю нашу связку, друзья. Вы просто огонь. Продолжайте. Дышите здесь. Нам остался последний раунд. Почувствуйте пульсацию жизни в каждой клетке. Почувствуйте себя живыми сегодня. Почувствуйте, насколько это приятно и прекрасно двигаться. Двигаться в потоке вашего дыхания. Быть в моменте, чувствуя тело. Потому что именно тогда, когда мы чувствуем наше тело, мы можем почувствовать себя здесь и сейчас, не в уме, не в эмоциях, не в проекциях, а именно чувствуя все вкусы и все ароматы каждого момента. И со следующим вдохом, друзья, не забудьте приклеить ладони и расставить все пальчики, приподнимаемся на колени, упираемся стопами, поворачиваем таз, ногу вверх, подтягиваем промежность и сила живота. Кор проталкивает наш таз назад, собака мордой вниз. Еще один глубокий вдох. Выдох. Повторяем нашу связочку. Поднимаем правую ногу. Раскрываем бедро. Пятка падает к ягодице. Посмотрите над правым плечом. С выдохом приподнимитесь на левом носке. И правое колено дотрагивается до правого трицепса. И здесь, ребят, давайте отожмемся в чатуранге. Зафиксируйте здесь. Реально сильно сократите мышцы пресса. Почувствуйте, что у вас реально живот приклеился к позвоночнику, и он вытягивает вас вперед, наклон, 90 в локтях, и возвращаясь. Молодцы. Вдох. Нога назад, бедра закрыты. Выдох, шаг между ладоней. Сначала скруглитесь, округлите лопатки, подтяните промежность. Плавно шагаем колено назад. Взмываем вверх. Вдох. Сильные внутренние бедра. Коврик натянут. Кактус. Таз назад. Стопа на себя. Руки назад. Живот вытягивает нас. Вдох. Руки вверх. Намасте за головой. Выдох. Вдох. Руки вверх. Под шаг. Выдох. Вы наклон вниз. Вы расставили. Вдох. Намасте. Выдох. Правое колено вверх. Груди. Руки вверх, вдох. Ладони от себя выпрямляем ногу. Выдох. Опускаем правую ногу, поднимаем руки. Стопа не трогает, не касается пола. Ладони впереди кактуса, раскрываем грудную клетку, пригибаем левое колено. Аккуратно отшагиваем. Руки вверх, вдох. Укореняемся, выдох. Вам же не ясно, 90 в левом колене, вдох вверх. Выдох, правая ладонь внутрь правой стопы, левой стопы, левая рука вверх. И последнее, переводим в боковую планку, ребят. То есть сначала
стапой влево. Чуть-чуть отпускаем левое бедро. Смотрим на свою правую пятку, вытягиваемся, вдох, бедра чуть выше. Рука тянет нас вперед, выдох, бедра вниз. Вдох, чуть выше. Отжав головную планку, ребят. И добавляем последнюю асану. Здесь мы силой выталкиваем наше левое бедро. У нас включены колени, квадрицепсы, ягодицы. Левое ребро чуть выше. Поднимаем левое колено к груди. Проворачиваем правую стопу. Пятки чуть внутрь, то есть носочки под себя. Мы сгибаем правое колено, левой стопой аккуратно шагаем сзади. И выпрямляем ногу, раскрывая грудь. Дикая штучка. Дышим один, и дыхание здесь, молодцы. Два. Чувствуйте красивую изогнутую линию от стопы до ладони. Три. Поворачиваемся вперед. И ныряем вперед. Это отличная музыка. Чакра. Собака. Вдох. Колени на пол. Балансовый выдох. Вдох. Скругляюсь. Собака мордой вниз. Выдыхаем. Фу, у нас осталась последняя нога, ребят. Вдох, левая вверх. Ваня, поставь, это была хорошая музыка. Сгибаем колено, поднимаем бедро. С выдохом приподнимаемся на носочки. И левое колено к левому трицепсу. Чатуранга. Приклейте живот. Прижмите его к позвоночнику. Согните локти на 90. Держите плечи параллельно. Молодцы. Вдох, нога назад. Выдох, колено в голове. Шаг между ладони, ребят. Огонь. Правое колено на пол, стяните стопы, ковриком стопы, то есть наоборот стопы, стопами ковриком, вдох вверх. Кактус, стопа на себя, таз назад, уклоните руки назад, вы молодцы, выдох. Вдох, стопа на месте, руки вверх, вытягиваем бока, намасте за головой, раскрываем грудь. Молодцы, выдох. Вдох, руки вверх. Выдох. Падша. Наклон. Вырастаемся. Вдох. И намасте, опустите плечи. Выдох. Подтягиваем левое колено к груди. Молодцы. С выдохом ладони от себя. Выталкиваем левую ногу. Опускаем.